Денис Юрковский вместе с главой района и главным архитектором города осмотрели центральные улицы Хосты. Один из первых объектов – парк развлечений. Сейчас он закрыт, но это не значит, отметил первый вице-мэр, что здесь не нужно поддерживать порядок. Надо освежить как минимум для того, чтобы на улице привлекательное место было. Место отдыха – это самый центр Хосты. Денис Юрковский поручил также проверить все небольшие торговые объекты на предмет их законности и дал указание провести в районе уборку. Где-то нужно вывести мусор, где-то провести подрезку кустов и деревьев. На некоторых улицах тротуарная плитка давно уже требует замены. Оценил Юрковский благоустройство сквера влюбленных. Рядом с ним есть пустующий участок. Раньше здесь располагался летний театр. Надо сейчас посмотреть этот участок. Он не эксплуатируется. И какой мы объект сюда можем разместить? Либо это будет садик, либо это будет школа, либо плавательный бассейн, малобюджетник. Посмотрите по нормативам, что сюда поместится. Также первый замглавы города потребовал навести порядок во дворах многоквартирных домов. Это уже задача жильцов и управляющих компаний.